Сегодня мы с вами выполним упражнение, которое позволит нам познакомиться и установить связь со своим внутренним обманщиком. Пришло время увидеть того, кто постоянно говорит нам, что нам можно или нельзя, и заставляет то и дело опускать руки и отступать от своей цели. С помощью этого упражнения вы сможете договориться со своим внутренним обманщиком, и всякий раз, когда он будет появляться в вашем воображении, вам будет гораздо легче брать его под контроль и не реагировать на его ухищрения. Ведь теперь вы его хозяин, а не он ваш. Прими удобное положение тела, закрой глаза, сделай глубокий вдох и спокойный, медленный выдох. Сделай так несколько раз. Глубокий вдох и спокойный, медленный выдох. И еще раз глубокий вдох и спокойный, медленный выдох. Медленно скажи себе: расслабься. Почувствуй приятное состояние расслабления в теле и мысленно произнеси: я спокоен и расслаблен. Подумай, как твой внутренний обманщик мешает тебе в достижении твоих целей. Что он говорит тебе, когда внезапно ты начинаешь сомневаться в правильности своих намерений? Бред. Не верь никому. Ты все уже это знаешь. Мы ведь пробовали, помнишь? Но у нас ничего не получилось. Давай сделаем это завтра. Ты устал. Это не для тебя. Пожалей себя. Мы сами знаем, что делать. Нам не нужны подсказки. Они другие. Они не знают, что мы прошли. Им нас не понять. Помни, что говорит тебе твой обманщик. А теперь визуализируй своего внутреннего обманщика. Как выглядит тот, кто выстроил огромный забор между тобой и твоими мечтами? Кто каждый день выставляет колючую проволоку между тобой и твоими стремлениями стать новым человеком? Увидь, как выглядит твой обманщик, и посмотри ему прямо в глаза. Именно он не дает тебе измениться. Он, ссылаясь на заботу, а на самом деле просто опасаясь, что ты больше не позволишь ему властвовать над тобой и заставишь быть ответственным и дисциплинированным, словно сказочник находит для тебя миллион причин не меняться. Увидь и представь, как он выглядит.
Великий обманщик активизируется каждый раз, когда ты хочешь сделать нечто новое, изменить привычную модель поведения. Он всегда дает тебе множество причин этого не делать. Мысленно задай ему следующий вопрос. Как тебя зовут? Первое имя, которое придет тебе в голову, станет его именем. Теперь ты всегда будешь обращаться к нему именно так. Почему ты останавливаешь меня? Чего именно ты боишься? Какие мысли ты навязываешь мне? Как я это себе говорю? Какие ситуации или эмоции во мне провоцируют твое появление? При каких обстоятельствах ты проявляешься ярче и сильнее всего? Что хорошего ты для меня делаешь и от чего бережешь? А теперь вспомните ситуации, при которых тебе удавалось не поддаваться его влиянию. Что помогает тебе противостоять его желанию перестать двигаться к своей цели? А сейчас пригласи своего внутреннего обманщика к себе на разговор по имени
и спроси его, какое главное позитивное намерение у него есть, когда он заставляет тебя бездействовать и запрещает войти в твою жизнь чему-то новому. Сформулируй основное послание внутреннего обманщика тебе. Он может сказать тебе: «Я берегу тебя от неудач. Я не хочу, чтобы тебе снова было больно. Не страшно, что над нами будут смеяться?» Услышь, что говорит тебе твой обманщик и почему он так сильно тебя опекает. Теперь, когда вы лично знакомы, расскажи ему о себе, как своему другу. Расскажи о том, каким человеком ты принял решение стать и почему. Скажи, что ты не боишься неудач и очень хочешь перейти на новый жизненный этап. И поблагодари его за заботу, предложив ему стать твоей поддержкой и другом. Спроси, на каких условиях он позволит тебе воплощать твои цели в жизнь. Например, если ты будешь беречь себя, больше отдыхать и баловать. Или если ты будешь больше полагаться на собственное «хочу». Или будешь бережно относиться к себе. Не станешь браться за невыполнимое, либо гнаться за чужими образцами жизни и поведения. Итак, на каких условиях он позволит тебе достигнуть твою цель? Какую новую роль помощника при этом вы выберете для него?
А теперь заключи с ним договор. Мысленно обменяйтесь рукопожатиями и физически совершите жест, который будет означать, что ваш договор вступил в силу. Всякий раз, когда твой великий обманщик будет забывать о нем, делай этот жест физически, в твоей реальной жизни, таким образом напоминая ему о договоре. Помни, внутренний обманщик обладает огромным запасом энергии, и если отнестись к нему с уважением, он направит ее в необходимое тебе русло. Поблагодари своего внутреннего обманщика за ваше прекрасное знакомство, назвав его по имени. Сделай глубокий вдох и на выдохе расслабься. Сделай еще один глубокий вдох и на выдохе открой глаза.